Мурфест в этом году пройдет в третий раз. Праздник проводит приют «Мурдом». Организаторы постарались составить программу так, чтобы интересно было и детям, и взрослым. На арт-мастерских можно будет сделать что-то своими руками. Будет работать зона аквагрима – палатка с бесплатной сладкой ватой. Ведущие проведут игры и конкурсы. Для тех, кто интересуется уходом за животными, ветеринары и грумеры проведут консультации. Традиционно у нас в Мурфесте принимает участие кинологическое объединение «Акбар». И в этом году, поскольку наша некоммерческая организация «Подари жизнь», которая относится к приют, и совместно с Акбаром мы выиграли грант на стерилизацию по проекту «Стерилизацию собак», то в том числе мы презентуем и этот проект, потому что он тоже важен, то есть не только стерилизация котиков, как ранее мы выигрывали, но и собачек тоже. Точкой притяжения на мероприятии будут, конечно, котики приюта «Мурдом». На праздник волонтеры берут самых контактных, спокойных и стрессоустойчивых животных. С котиками можно будет познакомиться, погладить их, подержать на руках. Но забрать питомца домой непосредственно на мероприятии нельзя. Для этого нужно будет договариваться с волонтерами отдельно. Будет организован сбор помощи для нашего приюта. Мы будем это все освещать и в нашей группе ВКонтакте в том числе. Но да, будет сбор помощи для приюта. То есть можно будет принести корма, наполнитель, постельное белье, игрушки. У нас будет стоять коробочка для сбора средств, то есть кто-то, кому удобнее будет денежкой помочь, то мы будем за. И это не все. Для гостей праздника организаторы готовят еще несколько сюрпризов. Мурфест пройдет 7 сентября на танцевальной площадке парка имени Зернова с 12 до 14 часов. Мы приглашаем вас, мы постараемся сделать так, чтобы Мурфест в третий раз прошел точно так же хорошо, как и предыдущие оба, чтобы все остались довольны, и чтобы самое главное, котики, которых мы привезем, и просто те котики, которые находятся в приюте, поскольку их фотографии мы тоже будем развешивать по всей территории танцплощадки, чтобы эти животные нашли как можно скорее свой дом. Без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.